Сотрудники Ульяновского филиала Т-Плюс приняли участие в экологической акции, приуроченной ко Дню Волги. Традиционно в этот праздник ульяновцы очищают реку и территории, прилегающие к ней. В этом году к мероприятиям по очистке присоединились 14 регионов России. В основном в акции принимают участие образовательные организации, это школы, организации дополнительного образования, среднепрофессиональные организации, вузы. И часто присоединяются организации, которые неравнодушны к делу сохранения пресных ресурсов. Сотрудники компании регулярно очищают берега водоемов от мусора, сажают деревья в городах, занимаются лесовосстановлением, выпускают мальков с целью улучшения экосистем рек и восстановления естественных популяций водоплавающих. И делают многое другое для улучшения окружающей среды. Мы в целом участники ESG-повестки так называемой. Мы сажаем сады памяти, убираемся в городе. У нас есть уже в этом году опыт посадки деревьев по восстановлению зеленой растительности в лесах, которая тоже, к сожалению, там где-то выгорает. В честь Дня Волги сотрудники Т-Плюс освободили от мусора 1,5 километра набережной правого берега недалеко от Императорского моста, собрав около 40 мешков отходов. Самых активных волонтеров акции компания наградила подарками. На счету компании участие во многих международных, всероссийских и региональных экологических акциях, таких как «Чистые игры», «Сад памяти», которые привлекли более 100 волонтеров филиала. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Управда ТВ.